Педагоги дошкольного образования обсудили итоги трехлетней работы по ранней профориентации воспитанников. В детском саду «Сказка» прошел городской семинар «Билет в будущее», где рассмотрели итоги реализации муниципальной инновационной площадки «Я моделирую мир». Педагоги представили результаты проектов по исследовательской творческой деятельности, а также по робототехнике. У нас было две части практику ориентированного семинара. Первая часть – это представлен опыт педагогов, наработанный за период трехлетней инновационной деятельности по теме создания Центра творчества, исследования и лего-конструирования как механизма ранней профориентации дошкольника. Вторая часть семинара была практическая, где педагоги и дошкольники приняли участие в квест-игре по созданию макета «Город профессий» и показали реализацию инновационного проекта наглядно. Так ребята сами создавали нефтяные вышки из деталей конструктора, строили дома и даже изготавливали кирпичи из специальной смеси. Результатом муниципальной инновационной площадки стал макет города, полностью созданный руками воспитателей и дошкольников. Как отмечают сами педагоги, ранняя профориентация – это отличный способ познакомить дошкольников с миром профессий.